Пум-пум-пум. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер всем. Так, картинка есть. Звук, надеюсь, хороший. Картинка есть, звук хороший. Будем начинать. Сейчас еще людей немного подтянется. Добрый вечер, добрый. Так, ну что, будем начинать. Добрый вечер, ждал стрим, тут тоже есть куча вопросов. Хорошо, будет куча вопросов, это хорошо. Буду на вопросы отвечать, но на вопросы буду отвечать чуть позже. Мы постриглись, да, я думал, что девушки все-таки обратят внимание первым. Постригся. Видите, мы сейчас все делаем сами. Сами маски шьем, да, сами стрижемся. Скоро будем сами деньги печатать. Все будем делать сами. Ну куда ж деваться? Не ходить же как медведю. Хорошо. Так, что у нас запаздывает? Запаздывает сильно. Большая задержка. Надо бы ее чуть меньше делать. Уже не сделаю. Ну ладно, значит будем так. АД? Да тут в соседней комнате постригся. Машинку взял, да постригся. Делов-то. Хорошо. Ну, сегодня у нас тема другая. Сегодня у нас тема не только о том, что мы сами стрижемся. Тема у нас варны, они же касты, но в нашей интерпретации. В нашей интерпретации, потому что, ну, это индийское, понятное дело, слово варны, касты. Но, в принципе, это было характерно, подобное деление было характерно для всех индоевропейских народов. Ну, называлось везде немного по-разному, но, тем не менее, подобное деление было. И самое интересное, что изначально оно скорее было индивидуально. То есть человек, когда рождался, родители обращались к разного рода астрологам, нумерологам и прочим мантическим системам для того, чтобы понять, кто появился на свет, какой у них ребенок, к какой касте он будет относиться. Вот. При этом человек мог менять касту и в течение жизни. Но это было очень-очень давно. После этого все укоренилось. Ну и люди из высших каст все это дело укоренили для того, чтобы никто выше головы не прыгал. Ну, для того, чтобы наследство все-таки оставлять своим. Вот. То есть уже стало как бы деление немножко другое. Уже не по признаку духовного развития, а по признаку, кто где родился, там и сгодился. Да? При этом у нас тоже было подобное деление. У нас человек имел чин. Слышали такое слово, да? По чину человеку что-то там не по чину и так далее. И было так называемое сословие. Вот два таких интересных слова. При этом вроде как обозначающие одно и то же, но в то же время совершенно разные. Зараз мне украиномовне перекладуть, что такое чин. Что такое чин? Украиномовне. Либо белорусы у нас есть тоже, да? Что такое чин?
как это определяется. Можно ли крещенным? Не-не-не, подождите, насчет крещенных там. Это у нас сначала будем. Сначала определимся с одним, потом пойдем уже по вопросам. Вопросы будут в конце. В этот раз. Что такое чин? Дам подсказку. Мы можем починати якісь справи. Зачиняти двери, да, и так далее. То есть чин – это какое-то действие. То есть человек определенного чина, чин определялся по тому, как человек поступает. То есть чин – это поступки. В соответствии с поступками он получал какой-то чин. То есть те, як він чинив, к тому чину он и относился. То есть то, как он поступал. По поступкам, соответственно, было и его принадлежность. И второе слово это так называемое сословие. Сословие. Чем сословие отличается от чина? Сословие значит объединение людей, разговаривающих на одном языке. То есть те, которые говорят на одном языке. Имеется в виду, мне пришлось много переезжать в своей жизни. Может, кому-то больше. Я жил в многих разных городах. Могу сказать, что люди в разных городах говорят на разных языках. Опять же, в меру своих разных увлечений, могу сказать, что люди одной профессии говорят на одном языке. Вот подобного рода сословия, то есть люди, говорящие на одном языке, которые понимают друг друга. Вот подобные сословия, подобные чины, то есть люди занимали соответствие либо с поступками, либо с их какой-то принадлежностью. Ну, вернемся к кастам. В общем-то, многие эту схему уже видели. Есть видео старое с Михалычем, есть видео с Даниловым на эту тему. Ну, там они немножко по-разному говорят. Я буду рассказывать так, как объясняли мне изначально. Потому что на видео потом попала немного другая версия почему-то. Но это их дело. Есть у нас вот такая вот схема. Сейчас ее немножко растянуть. Есть у нас вот такая вот схема. Скорее всего, многие ее видели. Кто там кто? Ну и последовательно относительно этой схемы, что у нас здесь имеется. Значит, смотрите, есть движение вверх, движение вниз. Покамись мы это не смотрим, покамись мы это не трогаем. И вот у нас есть такая горизонтальная линия. Вот сразу же над линией идет такое условное обозначение человека, который условно называется смерть.
условно называется смерть. Такой человек взаимодействует только с тремя своими оболочками. В основном. Его интересует его физическое тело. Отсюда же эфирка в плане энергетики. Его интересуют его эмоции. Ему, в принципе, управляют его эмоции. То есть, вот, что захотел, то и сделал. А хочется обычно очень мало. И потому что здесь предельный эгоизм. Ну и такая какая-то себе есть защита, есть взаимодействие с третьей оболочкой. У такого человека интересов в жизни очень мало. Интересуется он обычно только собой, и то в плане поесть, поспать. Приходится ему работать, поэтому ходит на работу, на какую-то такую попроще, так, чтобы не умереть с голоду. Позаботиться о ком-то кроме себя такой человек, ну, практически не в состоянии. То есть, да, у него может быть семья, но обычно это семья, в которой дети растут как бурьяны, как грибы, то есть ими никто не занимается, их никто не опекает. Ну, более или менее, вот, социально такой человек хотя бы может о себе позаботиться. Следующий у нас идет, да, таких людей, вот таких вот, так называемых смердов, это так называемые молодые души, то есть те, кто вот только-только, души, которые только-только воплотились, которые еще не начали даже путь в плане развития. То есть их задача, в принципе, это изучить себя. Это вот подобно тому, как есть у человека, у каждого, в принципе, такой вот семилетний цикл в течение жизни. И вот первый цикл – это когда мы изучаем самого себя, мы изучаем свое тело, мы изучаем то, что нас интересует. Вот где-то вот до 6 лет ребенок вот интересуется в основном вот этим. В принципе, норма в нормальном обществе, ну, где-то 3-5% таких людей может быть. И это вполне, вполне нормально, этого вполне, вполне приемлемо. Далее у нас идет так называемая людина, или на белорусском языке людина, человек. Таких на самом деле большинство, таких в нормальном обществе должно быть до 80%, это человек, который уже начинает чем-то большим интересоваться. Интересоваться не только самим собой, но и интересоваться каким-то своим развитием. Интересоваться, то есть человек, который находится в поиске на данный момент. Человек, который начинает развиваться и который проходит уроки. Здесь уже уроки могут быть посложнее. Здесь уже уроки в плане межличностных отношений, отношений друг с другом, более сложные. Здесь уроки в плане адаптации к жизни. То есть человек проходит очень много разных уроков именно на вот этой вот, вот этом вот, вот этой вот стадии. Здесь уже включаются понемногу взаимодействия с другими оболочками. Человека интересует уже не только поесть, поспать. Его уже начинает интересовать какое-то развитие. Хоть какое-то развитие самого себя. Далее у нас идут так называемые веси. Веси — это те люди, которые уже прошли ряд уроков, которые уже перешли от эгоизма, от заботы, то есть в плане людина это еще забота о своей семье, о окружающих, о вот таком вот небольшом круге людей. Веси уже начинают заботиться о большем круге людей. Это люди, которые... Если это предприниматель, то это хороший предприниматель, который обязательно дает работу другим.
Если это ученый, то это такой ученый, который изобретает и изобретает не только для того, чтобы заработать деньги, но еще и для того, чтобы этим поделиться с другими людьми. Ну и, соответственно, здесь он все еще думает еще и о своем заработке. То есть этого тоже не отнять, это у него тоже есть. Но при этом он еще и дает возможность обучаться рядом с собой другим. Обучаться другим рядом с собой. Далее у нас идут так называемые витязи. Опять же, вот эти вот все названия, это условно. То есть не нужно понимать это буквально. Витязи, либо в плане там кастовой системы, это так называемые там воины, кшатрии. Но это не значит, что человек воин. Если он воин, это не значит, что он бегает с мечом и всем голову рубит. Либо он обязательно состоит на воинской службе. Здесь нужно понимать воина как отношение к жизни. То есть такой человек часто проходит уроки через определенную волю, через преодоление самого себя в первую очередь и через преодоление препятствий. То есть здесь идет такое уроки на надломе. Таким людям очень тяжело, часто бывает в жизни. Но если они все свои уроки проходят, если они все свои уроки проходят, то они идут дальше и зарабатывают больше всего информации в жизни. Зарабатывают больше всего информации в жизни. Ну и тут можно такое. Тут еще часто бывают минусы. Минусы в каком плане? Часто такие люди решают проблемы через конфликт. Вот их задача как раз научиться от этого конфликта уходить. То есть такой человек очень много на себя берет на себя. То есть если это руководитель, то это такой руководитель, который будет работать вместе со всеми, будет работать больше всех и будет обязательно своим примером всем показывать, что как, ну, как это нужно делать. Своим примером. То есть, если брать Веси, то там человек еще испытывает эгоизм, поэтому часто считается, что это исключительно купцы, там исключительно торговцы, потому что он не забывает о своей выгоде. Здесь можно вспомнить такой старый советский мультик «Летучий корабль». Помните, там была фраза насчет этого корабля. Построишь, куплю. Вот это вот разница. То есть, если Витязь берется за дело, то он его строит. Даже если у него там будет 10 помощников, он будет строить впереди всей команды. Вот. Веси, они дадут работу другим, но при этом не забудут о себе. Не забудут о себе в материальном плане. Ну и далее у нас идут великомудрые. Великомудрые, либо мудрецы. Это люди, которые уже успели пройти все вот эти предыдущие стадии. И которые поняли, что эгоизм ничего не решает, во-первых. Поняли, что где следует применить тот самый эгоизм, где его не следует применять. Поняли, что в мире не все зависит от него, что существуют какие-то высшие силы, на которые тоже можно опираться. Ну и обычно они увлекаются каким-то одним делом. То есть это человек, который в омут с головой в любое дело. Он ныряет в омут с головой. Это ученые-фанатики, которые, если изобретают, то изобретают для всего мира. Если этот человек увлекается эзотерикой, то он готов
поделиться со всеми. Он готов не есть, не спать, только бы добиться результата. И результаты не столько для себя, сколько для всех. То есть среди таких людей часто попадались пророки. То есть уже в такой в критической стадии, да, великомудрости, такой человек становится пророком. То есть он творит не для себя, он творит для всего человечества в целом. Он творит для всех. Но он всю жизнь тратит вот на какое-то одно дело, как правило. Как правило, это вот что-то вот одно. Он этим увлекается, он этим горит. И потом все это дарит окружающим. Здесь практически отсутствует эгоизм. И, ну, здесь при этом абсолютный такой фанатизм. Абсолютный фанатизм в плане работы. Работы и самопожертвования. Ну и далее идем вниз. Вниз вот этой вот черты. Здесь у нас так называемые неприкасаемые. Неприкасаемый отличается от смерда. Отличается от смерда тем, что да, у него тоже взаимодействие с теми же самыми тремя оболочками. Он также интересуется только самим собой. Но главное отличие здесь в том, что обычно такие люди зависимы. Зависимы либо от какого-то другого человека, зависимы полностью, либо зависимы от какой-то привычки плохой, не очень хорошей, которая их разрушает. Обычно как раз вот эти привычки и вот эти вот все вещи делают смерда неприкасаемым. То есть в плане привычек это может быть алкоголизм, это может быть наркомания, это может быть игровая зависимость. Человек с подобными вещами, через эту зависимость его цепляют разного рода низкочастотные сущности. Вот они его цепляют и тянут из него энергию. Поэтому этот человек и становится неприкасаемым. То есть для того, чтобы не подцепить вот тех самых, ну, так называемых лярв, называется по-разному, да, для того, чтобы вот это вот все не подцепить, с этим человеком лучше всего просто не общаться было. Проще всего было просто не общаться. Не общаться, ничего у него не брать и так далее. Для того, чтобы не взять вот этого вот нехороших таких вещей. Далее у нас идет нежить. Нежить это уже нематериальные сущности. Это одно тело не физического плана. Обычно к нежити относятся, в общем-то, и те же самые лярвы, и мелкого рода духи. Они могут быть как нейтральными к человеку, так и агрессивно к человеку относиться. Могут, в принципе, и хорошо относиться. То есть любая нежить, любое то, что имеет только одно нефизическое тело, непроявленное тело. Ну и далее у нас идут вниз так называемые бесы. Бесы. Это уже вот те самые так называемые астральные сущности, чья задача человека с одной стороны испытывать, с другой стороны, они за счет человека питаются. Питаются за счет эмоций, питаются за счет халявной энергии, питаются за счет энергии, которую сосут вот с тех самых неприкасаемых. То есть, ну, такого рода сущности. Ну и далее, более крупные сущности. Я их условно обозначил как хозяева эгрегоров. А у того же самого Михалыча туда относились практически
все религиозные объединения любого толка. То есть он туда относил и любого рода православия, любого рода ислам и все, что имеет объединение именно на религиозной почве и уводит человека от самостоятельного поиска, то есть от самостоятельного поиска Бога, ведет человека к уже к талмудизму, то есть к конкретным книжкам, в которых уже все сказано. Как нужно молиться, как нужно к Богу обращаться, сколько раз нужно молиться, как нужно жить, как нужно дышать и все остальное. То есть человек, подпадающий под влияние подобных эгрегоров, фанатично подпадающий, он становится по сути рабом этой самой религии. При этом интересно, что данные вещи, они проявиться в физическом плане не могут самостоятельно, поэтому они проявляются через каких-то людей. Часто, к примеру, выхватывается какой-нибудь из неприкасаемых и поднимается до определенного уровня, поднимается в плане проповедников. Возможно, вы обращали внимание на разного рода баптистские, евангелистские и прочие такие небольшие секты. И вот там пасторы очень часто бывают бывшими наркоманами, бывшими алкоголиками, бывшими игроманами, которые через Христа стали вдруг праведниками. Вот. Такие берутся, поднимаются до определенного уровня для того, чтобы через них потом вещать. Ну и тут у нас вот есть сбоку обозначение Господь Бог. Два таких слова. Одно движение к порабощению, второе движение к саморазвитию и к познанию Бога. Хотя, в принципе, это можно было бы написать слитно. Потому что, в принципе, это одна и та же сущность. То есть проявление одного и того же, и пути могут быть разными. То есть вы можете уйти в религию и тогда познавать Господа от слова «Господин». Либо вы можете вести образ жизни немного иной, то есть через саморазвитие помогать окружающим людям. Тогда вы будете познавать Бога и будете общаться с Богом напрямую. Ну и все это было предисловием к еще одной вот такой вот вещи, как кошара. Потому что у нас на прошлом эфире вдруг оказалось, что многие вот этой таблицы не знают и про кошару не слышали. Что такое кошара? Вот домика. Если вы присмотритесь, они там специально так нарисованы. Один нарисован в форме церкви, второй нарисован в форме обычного дома. То есть это как раз наша, как она называется, мирская и духовная власть. То есть
это вот хозяева эгрегоров в плане нашей мирской жизни и хозяева эгрегоров, хозяева, которые имеются в виду именно как религиозное объединение. Эгрегоров как религиозное объединение. Вся эта кошара обнесена забором. Обнесена забором. Там есть вот такой вот пастушок. Это как раз вот те самые посланники любых эгрегоров, будь то государственный эгрегор. Овцы слушают его дудку и гуляют под его дудку. Либо каких-нибудь религиозных объединений, в общем-то, любых сект. То есть их задача отвлекать, обращать на себя внимание и управлять. Для того, чтобы овцы не разбежались. Для того, чтобы овцы оставались в этой самой кошаре. Ну и там овцы тоже нарисованы немножко по-разному. Немножко по-разному. Собачка. Это хорт. Это хорт. Звука нет. Я понял. Тогда повторю немножко. Надолго задержал. Звука не было, да? В кошаре у нас есть овцы, которые ближе всего к пастуху. Это так называемые смерды и неприкасаемые, те, о ком больше всего заботятся, но они же в свою очередь и первыми идут на убой. Есть овцы, которые подняли голову, они в принципе одним ухом слушают пастуха, а другим слушают, что находится за этой самой кошарой. Ну и уже поглядывают туда, наружу. Это то, что называется людина, то, что называется человек, то, что называется людина и так далее. Есть те, которые находятся поближе к выходу. Там, если присмотреться, есть такой небольшой выход из этой кошары. Это те, кто, в принципе, понимает, что в кошаре, конечно, хорошо и тепло, но если ты останешься, то тебя рано или поздно здесь съедят. Будут долго брить, но рано или поздно все равно скушают. И есть здесь вот такие хорты, так называемые. Хорт – это не овчарка. Хорт – это волкодав. Если есть среди вас люди, которые немного увлекались когда-нибудь кинологией, знают, что волкодав не пасет овец,
У него задача этих овец только охранять. Это те, кого можно отнести к великомудрым. Это в спасе считаются те, которые как раз те самые спасы. То есть их задача спасать не только себя, но и спасать окружающих в обязательном порядке. Ну и есть там далее так называемый темный лес. Темный лес — это не обязательно иные цивилизации, как на некоторых видео транслируют. Под темным лесом имеется в виду как раз в большей степени то, что находилось под чертой. То есть это разного рода агрессивные астральные сущности, это деструктивные эгрегоры и так далее, и так далее. То есть то, что эту кошару может уничтожить, то, что эту небольшую цивилизацию способна съесть, поглотить, уничтожить. То есть у темному лисе живут дыки хижаки в Эдмиде, в Эдмеде, овки, росомахи. Но между кошарой и темным лесом находятся так называемые харты. Находятся волкодавы, которые от этого, этому темному лесу не позволяют выйти наружу. Ну и в то же время, если какая-то овца вдруг выйдет и заблудится, то задача того же самого харта, того же самого волкодава, эту овцу отыскать и вернуть в кошару. Ну, либо овца, вышедшая наружу и пожелавшая остаться там, остаться посередине, она становится хартом. Ну, вот такое вот, такое, такая вот бывает метаморфоза. В общем-то, все про кошару и про и про касты, про варны. Все, что имел рассказать. Поэтому могу отвечать на вопросы. Могу отвечать на вопросы. Так, тут уже понаписывали. Та-та-та-та-та-та-та. Так. Так. Христианство, так, это раб Божий. В христианстве так и называется раб Божий. Да. Да. Ну, не только в христианстве. Есть вопрос ввиду ограничения Ютуба размера сообщений. Первая часть. С детства была чувствительная зона между глаз, которая включалась так же самое, как от точки затылки основания черепа на вашем видео освещат, естественно. Так, вторая часть. Я этой зоны мог чувствовать остро железные предметы и менее деревянные. Так, ну тут насчет посвящения в спас. Спас нету никаких посвящений, в спасе нету никаких посвящений. Есть только обучение, посвящений в спас нету. Вы обучаете эту точку на затылке. Да, это один из входов, с этим мы работаем. С этим мы в том числе работаем. Это одна из точек входа. Это одна из точек входа, точка, которую в видео отыскиваем, видео по, как оно называется, видео со свечой, ясновидение, по ясновидению, тест на ясновидение. После того, как мы отыскиваем эту точку, мы учимся с ней работать, в том числе и с ней. Это входит в курс внутреннего видения. Входит в курс внутреннего видения, в общем-то, это один из входов, один из ключей к развитию внутреннего видения. То, что чувствительность, да, это так называемый третий глаз, это проекция третьего глаза, потому что третий глаз находится как раз вот здесь, сзади, то есть так называемая шишковидная железа.
А здесь находится проекция. Здесь находится проекция. Ну да, с нее мы ею мы тоже пользуемся. Ею мы тоже пользуемся, в том числе. Так, там еще где-то были вопросы. Добрый вечер, можно ли крещеным носить славянские обереги? Почему нет? Можно. Почему нет? Конфликт с эгрегоров будет, конечно. А так можно. Почему бы и нет? Хорошо. Готов ответить на вопросы по поводу сказанного. По поводу уже сказанного. Если есть. Ну, либо на другие, любые. Относительно оберегов и славянских оберегов, да, в принципе, любых оберегов и крещения. Дело в том, что, ну, если человек крещенный и воцерковленный, то есть живет по церковным канонам, то, скорее всего, он этого делать не будет. А если он крещенный, при этом к подобного рода оберегам обращается, ну, что тут сказать? Значит, он, ну, выбирать надо. Либо туда, либо туда. Нежелательно, потому что будет конфликт эгрегоров. Вам и там не помогут, и там могут по голове дать, что налево ходишь. Какие требования для начала обучения, я знаю. А вот как раз пройти тест со свечой. Мы даем тест со свечой, потом подготовительные материалы после регистрации. Ну и так по мере набора группы. Мы уже провели не один раз онлайн, поэтому в принципе можно онлайн. Что происходит с Хартом, если он переходит в темный лес и в Кошару? И как это может произойти? Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Хороший вопрос насчет темного леса. В общем, да, сейчас верну картинку. Если Хорт уйдет в темный лес, то он долго не проживет. Он погибнет. Хорт может ходить в темный лес для того, чтобы поохотиться, порезвиться, найти овцу заблукавшую. Но если он войдет в темный лес и там останется, то есть как в «Звездных войнах», знаете, перейдет на темную сторону, то он долго не проживет. Он долго не проживет, потому что им начнет править ненависть, им начнет управлять ненависть. И такой человек очень быстро погибает. Несколько таких видел. Люди, которые не смогли пройти определенные уроки, и обиделись. Один обиделся на женщин, второй обиделся на все человечество. Вот. Ну, тот, который обиделся только на женщин, он прожил полгода. Тот, который обиделся на все человечество и ходил, проклинал всех и делал гадости всем, тот прожил вообще всего несколько месяцев и, в принципе, от него ничего не осталось. Если Хорт переходит в Кошару, ну, он из волкодава превращается в овчарку. То есть он становится одним из пастухов, как правило. То есть обычно эти люди либо идут в политику и становятся пастухами в политике, через политику, либо они идут в церковь и становятся пастухами через церковь.
должен оставаться посередине. Пропустив, що там темно молюсь, як туди не потрапити. Как туда не попасть? Вот задача того самого Харта быть посередине. То есть он может заходить в кошару для того, чтобы поесть. Он может ходить в темный лес для того, чтобы поохотиться. Но ни там, ни там он не имеет права оставаться. То есть и там он только гость. Вспомните, как в нашей традиции обычно поселялись те же самые ведьмы, те же самые ведуньи, знахари, где они обычно жили. Они обычно жили на хуторах, они обычно жили где-то на краю села. То есть, в принципе, они как бы и со всеми, но в то же время он сам по себе. Да, посоветовать славянский. Да, пожалуйста, хорошо. То есть они жили сами по себе. И есть такая украинская приказка. Моя хата с краю, а вот дальше почему-то неправильно ее часто дальше интерпретирую. Моя хата с краю в оригинале было «першим ворога зустрічаю». То есть человек, который жил на краю села, он рисковал больше всех. Вот. Он рисковал больше всех, потому что если будет набег, первую хату спалят его. Обычно там селились как раз либо знающие люди, либо, ну, такие сорвиголовы, которым, в принципе, не страшно было встретить тех самых врагов первыми. Для того, чтобы піти у ліс, треба стати хуртом. Поки що нам це не грозит. Ну да, да. То есть человек должен обладать определенными знаниями, обладать определенными силами, определенными умениями. И его задача эти силы и умения как раз держать в равновесии. То есть не направлять их против окружающих. Вот, не направлять их против окружающих. Но в то же время и не забывать о самом себе. То есть это вот такой вот пограничный путь. Между. То есть должен и уметь о самом себе позаботиться, и в то же время и другим помочь. Еще вопросы? Можно по другой теме. По самим кастам, по самим варнам, возможно, есть вопросы. Моя хата с краю. Возможно, по самим кастам. Большая задержка в видео. Сейчас будут большие паузы. Бог и Господь Бог — это разве не две сущности? Нет. По сути, это одна сущность. Пути разные. По сути, сущность одна. Но это как христианство, знаете, триединство. Да? Вот здесь Белобог и Чернобог в том же самом, в той же самой славянской традиции, это два брата родных, два брата-близнеца.
два брата-близнеца. Но изначально, в принципе, это одна сущность. Хорд мог иметь семью, если нет, то кто о нем заботился в старости? Хорд мог иметь семью. Для этого он заходил в ту самую кошару. Для этого он заходил в ту самую кошару. И вот там, в принципе, эту самую семью он выращивал. То есть щенков нужно вырастить в хороших условиях. Да, мог иметь семью, но тут такие были нюансы, что мог на старости лет оказаться сам. Кто заботился на старости? Такие люди доживали до преклонных годов в состоянии сами о себе позаботиться. Поэтому как у славян называли характерников? Не понимаю вопрос. Как определить свою касту? Так как 80% принадлежат ко второй, то по теории вероятности, скорее всего, вторая. Да, по теории вероятности, скорее всего, вторая. Как определить свою касту? Ну, если вы смотрите это видео, то вы уже никак не можете принадлежать к первой касте. Если бы вы принадлежали к первой, то есть если бы вы принадлежали к смердам, то вы сейчас, скорее всего, смотрели бы какой-нибудь из вариантов камеди. И, в принципе, вас бы больше ничего не интересовало. Вот. Либо лежали бы под телевизором. И тоже вас, в принципе, больше бы ничего не интересовало. То есть это человек, которого интересует только поесть, поспать, все. Больше его не интересует ничего. Он ходит на работу только потому, что иначе он не сможет есть и спать. Ну, негде будет спать, и нечего будет есть. Иначе он бы и этим бы не занимался. То есть это тот, кто относится к смертным. Ко второй касте, да. То есть есть уже какой-то интерес к жизни. Человек может сам о себе позаботиться, и у него есть интерес о том, чтобы позаботиться хотя бы о своем окружении, о своей семье, как минимум. То есть поэтому у таких людей большинство. В весе здесь уже нужно позаботиться о своей семье так, чтобы создать, уже позаботиться на несколько поколений. Позаботиться о себе, о своих внуках, позаботиться о своих знакомых. Вот обычно, если у него появляется какая-то работа, он тянет всех для того, что давайте заработаем все вместе. Ну вот часто почему-то упирается именно вот в это. То есть такому человеку интересно больше всего именно заработок. То есть, ну, как-то так сложилось. Маятником можно определить количество тел. А зачем вам маятником? Дело в том, что количество у всех одинаково. Дело не в количестве. Дело не в количестве, дело в взаимосвязи. Количество-то может быть одинаковым, но взаимосвязь, умение с этими самыми оболочками взаимодействовать, это уже немного другое. Вам привет от канала Спас Целый. Ну, Коле тоже привет, если он помнит меня. Есть понятие рахманизм и рахмани. Как характерники с этим соприкасались? Никак не соприкасались. Это одна из определенных, не так давно возникших, одно из течений язычества. Ну, родноверие, язычество. Касательно варны тел, например, 70 тел, это значит, что человек восстановил связь со спутниками с таким количеством. Да, это то, что он может взаимодействовать с таким количеством спутников, при этом даже не зная, что это спутники.
Обучение спасу — это подготовка овец в надежде, что они станут хартами. Да, это как раз вот желание вывести всех из кошара. Овцы ведь тоже когда-то были дикими животными. Это такое животное. Небезопасное было. То есть дикий баран, опасный зверь, когда-то был, пока мы сегодня не загнали в кошару. Поэтому да, это обучение спасу, это желание как можно больше людей вытащить оттуда. Если человек останавливается обучение руны, с чего начать, это к рунологам, это не ко мне вопрос. С чего начать? С чтения Эд. С чего еще начать? С чтения мифологии скандинавской, прежде всего. С этого начинаются изучение рун. Ну а дальше, как в Эдах, сумеешь ли ты верно резать, сумеешь ли их ты верно речь. Те депутаты у нас все весь, они уже про правнуков позаботились. Смотри, относительно депутатов. Да, это можно этих людей отнести, многих из них, к этому. Но нами управлять должны не веси. Веси не могут управлять таким большим количеством. То есть в плане страны веси управлять не должны. Это вот тот вот пример, когда что такое, когда вот веси добрались до власти. Управлять должны, вот начиная с витязи. Вот эти вот должны управлять. То есть люди, способные позаботиться уже не только о себе и о своих близких. То есть это уже над собственным эгоизмом должна быть планка. А у тебя, да, у тех, поэтому толку никакого и нет. У нас. Что такое харты? Извините, об этом было вот в течение 40 минут. Я повторять не буду лично для вас. Потом можете пересмотреть видео. Якщо усидит сипидуч с кошара, еще тоді посты хрумнут. Ну, что будет пастух делать? С голоду умрет. Что еще может пастух делать? В общем, ничего. Точек таких, как затылки, много на теле человека, как они используются. Относительно точек. Да, это один из ключей. Ключей много. Я даю порядка 9 ключей. Я даю порядка 9 ключей обычно на курсе. Но там по-разному получается. То есть в зависимости от группы. В группе не всегда могут взять все 9. Бывают группы там, где можно дать и больше. Поэтому точек очень много. Точек входа очень много. Поэтому их никто все не знает. Это 100%. Если смерть, это молодые души, и их около 3-5% большинства людей, а остальные крайне мало, то в чем смысл перерождения? Получается, дальше беды, но мало кто поднимается. Почему так? Потому что уроки нужно проходить. Потому что нужно проходить уроки. По мере уроков человек может опускаться обратно вниз, падать. Может подниматься вверх. Может подняться вверх, потом опять упасть обратно. Вот. Так что все нормально, все природно. Кто может быть примером витязей из современных? Да, честно говоря, даже не знаю. Относительно современных. Политиков вы имеете? Я не знаю, кто такой может быть.
На данный момент я не вижу, чтобы кто-то действительно хотел позаботиться о всех по стране. Хорошо, относительно Витязи. Относительно Витязи еще расскажу. Что-то помню. Знаете, что такое кесарево сечение? Кесарево сечение, да? Почему оно кесарево? Кто такой кесарь? Знаете? Кто такой кесарь? Кесарь, Цезарь. Потом была интерпретация этого же названия как царь. Это люди, которые рождались для того, чтобы править. Их принимали на свет определенным образом, для того, чтобы они не проходили родовые пути, чтобы у них не было привязки к роду, чтобы не было эгоизма. Это искусственно созданные витязи. Потом их определенным образом воспитывали. Человек, который таким образом воспитан, таким образом принят на свет, после помазания он становится царем-батюшкой, либо князем-батюшкой, который думает о всех, но не о ком лично, в том числе о себе, не особо думает. Это вот изначально правильно было. Ну, в то же время это имело свои минусы, потому что покамись такие, ну, обычно несколько наследников было, покамись они вырастали, они были как акулята, то есть друг друга пожирали. Вот, то есть определенные плюсы и определенные минусы. Вот. А Азаров точно не витязь, извините. Азаров точно не витязь. Явление восприятия черное солнце, это относится к тем, кто ходит в черном лесу. Извиняюсь, я не знаю, что это такое. Щось не складывается, якщо вівця втекла з кошари, то хоть повинен її повернути в кошару. Он должен ее привести к входу в кошару, а там уже овца вправе решать. Имеется в виду, если овца заблудилась. Не надо же воспринимать все настолько буквально. Если овца заблудилась в лесу, в темном лесу, то задача харта ее вернуть к кошаре. То есть, а там уже овца может остаться с хартом. Обычно заблудшие овцы не остаются. Либо туда, либо туда. Вопрос по курсам. На курсах ты ученикам помогаешь картину нужное состояние, спрашиваю, потому что на курсе чувствуется и видится намного лучше, чем при самостоятельной работе. Да, на курсе многие работают за счет меня какое-то время. Это вполне нормально. Спасу обучают именно так. Обучают через передачу нужного состояния. Именно через передачу состояния. Не беседами, не рассказами. Именно через передачу состояния. А дальше сможете вы словить хорошо, не сможете. Ну, значит, не смогли. Значит, не получилось. То есть, да, через передачу определенного состояния вы какое-то время вы работаете на человеке. Почему и желательно проходить у разных людей? Я всегда говорю, что проходите у разных людей. Не надо только у меня. Я не смогу дать все состояния. Их много. Можно еще научиться у многих людей, других, которые тоже могут дать определенное состояние. Вот. Но только не учитесь у тех, кто вам только сказки рассказывает. То есть только посредством разговора обучение в спасе не происходит. Изначально
обучение, ну, сейчас оно адаптировано, да, его адаптировали уже те, у кого я учился, его адаптировали. Большая часть из них. Изначально тебе давали задачу, ты должен был ее выполнить. Ну, одна из практик характерников. Ученика приводили на берег реки. Ученика приводили на берег быстрой реки. Вот с другой стороны показывали дерево. И вот задача была. Принеси мне ветку с вот того дерева. Вот ту самую большую ветку с вот того дерева. Как это сделать? Одни бросались вплавь, разбивались о камни. Другие садились, ждали, пока мисс ветка сама упадет. А третьи вот как-то изгалялись, и у них эта ветка падала действительно. И выплывала туда, куда им надо. Через какое-то время. То есть вот. А как это сделать? Современному человеку это не подойдет. Современному человеку, если его послать, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, он без инструкции не работает. У него сейчас мозги работают немножко по-другому. Поэтому обучение адаптировано. Ну вот как нас там обучали там с той же самой бутылкой, да, я рассказывал как-то раз насчет, что вот твоя задача подбежать, схватить бутылку. Как только ты начинаешь бежать, тебя ловят за воротник и останавливают. Ты продолжаешь бежать вот здесь, продолжаешь бежать энергетически, какие-то там, какая-то там часть двойников, и бутылка падает. То есть многим без инструкции, а если дашь инструкцию, то человек тоже уже это не сработает. Поэтому спас обучается именно через состояние, именно так, никакими не разговорами. Видел ваше видео, ясновидение видео, видел просто отлично. Первую, вторую, сколько оболочек сохраняется на видео. Да, в принципе, на видео можно все просмотреть, только вопрос в том, что насколько человек поместится в плане помещения. Сохраняются они все. Просто не все можно будет просмотреть, не все можно будет увидеть. Ну, средняя величина будет очень большая. Для того, чтобы просмотреть, увидеть все 13, нужны определенные условия. То есть надо выезжать. Лучше всего это на хорошем фоне. То есть зимой, на снегу, где-то в чистом поле. Либо я как-то проводил в Одессе. Был такой один год, что море замерзло. Вот, и вот там вот у нас получилось больше всего просмотреть. Когда я вышел на ледяную кромку на море, пасмурная погода, люди стояли где-то в 150-200 метрах от меня, и вот там вот лучше всего было просматривать именно дальний. Так что вот так. А так, ну, если вы видите первые 2-3, замечательно, вы уже ловите одно из базовых состояний. Это вот то, что многие называют посвящением спас. Хотя это никакое не посвящение, это просто включение одного из состояний. То есть такой первый шажок. Первый небольшой шажок, вот и все. Не более того. Еще пытание. Что можно сказать о пандемии? Да, про пандемию был он целый эфир. Ничего не поменялось. А, он закрыт. У меня, я после того, как я
был позапрошлый эфир, я там рассказывал, мы там общались в том числе про пандемию. Но после того, как эфир повисел, буквально там несколько часов, у меня вдруг пришло уведомление, что часть видео на моем канале закрыта к просмотру. Поэтому я тот эфир удалил. Так что, извиняйте, я про пандемию говорить больше не буду. У меня резервного канала нет. Желаю научиться полетным способностям. Это возможно через интернет, просто придется далековато ехать. Ну, во-первых, я сейчас не в Одессе живу, я сейчас живу в Киеве. Это во-первых. Во-вторых, ну вот буквально на прошлой неделе у нас был, закончился курс по внутреннему видению онлайн. Да, вполне возможно. Вполне возможно, просто можете зайти на сайт, ссылка на сайт есть, в контактную форму написать. Там есть контактная форма под любым из наших, под любым объявлением из наших семинаров. Вот. Написать контактную форму, и о вас не забудут, вам просто напишут, когда будет следующий курс. Интересное видео по раскрытию зрения. Благодарю. Они не полные. У нас еще очень много всего. Потом по поводу зрения. Мы получаем 80% информации, 82-83% информации мы получаем через глаза. Поэтому, да, это базовая вещь. В прошлом году я был у Мальфара. Ну, Мальфар — это кличка, можно сказать, да? Или как сказать? Ну, пусть будет кличка. Карпатского ВК-поселения. И вот там вот есть видео. Я знаю, что многие через его канал на мой вышли. И под видео очень много гадостей сейчас понаписывали насчет того, что как же это применительно к рукопашному бою. То есть, ну, вот это вот как раз пишут в основном люди особо умом не одаренные. Необремененные умом. То есть там рассказывается о том, как наладить зрение, а людям вот нужен конкретно рукопашный бой, как это к рукопашному бою относится. А это никак не относится. На курсе ты говорил, что карта черников нельзя вешать дома, так как это порталы, но у тебя висят на стене, или все-таки может. Нежелательно. Нежелательно по той простой причине, что чтобы другие люди не отвлекались на них, то есть члены семьи. А так как ссылку на мой фар дам, если надо. А так как здесь у меня в основном я и Женя, там, Женя — это жена, то в принципе, нас это не отвлекает. Мы с ними периодически работаем. Мама не растворяться не хочет. Лошадь, горцы, глюки. О, уже хорошо. Если уже лошадь начала горцевать, это уже хорошо. Значит, уже скоро и мама исчезнет. Это хорошо. Там много будет глюков до того, как исполнится заветное. До того, как исполнится заветное. Сейчас скину ссылку на ролик из поселения, как просили. Вот этот ролик из экопоселения, из биосферного поселения. Извиняюсь, там должны как-нибудь все-таки выложить вторую часть. Ну, первая часть полгода выходила, вторая, не знаю, сколько.
национальной компании. Это такое, где можно взять карты Черникова. Ну, у нас еще осталось с десяток комплектов. Напишите Жене, она вам их продаст. Потому что у меня осталось их, ну, где-то 10 комплектов, 15, может быть, еще есть. Может, где-то еще найду. Но их мало осталось. Мало осталось. Ну, к ним, если что, идет вебинар, там, где со всеми пояснениями, как с ними работать. Как с ними работать. Еще вопросы? Так, может, еще что-то пропустил в плане вопросов? Можно и сейчас. Да можно и сейчас, в принципе, новая почта. Новая почта работает. Можно еще. Ага, вот тут вот я не полностью. Я вижу первые две, только краткосрочно, 2-3 секунды, больше удержать не могу. Такое впечатление, что глаза резко теряют фокусировку, соскакивают. Да, для этого и нужны упражнения. Для этого мы готовим глаза, для этого мы работаем с глазами. То есть учимся фокусировке, учимся удержанию внимания. Посмотрите еще видео с крышкой. Посмотрите еще видео с крышкой, там, где работа с вниманием как раз. Карантин будет до июля. До июня, наверное. Я надеюсь, что Купалу мы все-таки проведем. Но я так понимаю, что это, скорее всего, только мои надежды. Если человек, такая сложная структура сознания, Если человек, кто же все-таки главный? А вот непонятно, кто главный. Дело в том, что здесь не может быть главного, понимаешь? Не может быть главного, ну, это как? Вот у человек сложная структура, человеческое тело сложная структура, у него две руки, две ноги, у некоторых там посредине хвостик. И что из этого всего главного? Что? Понимаешь? Какая рука главнее, правая или левая? Для тебя лично, какая рука главнее, правая или левая? Ну, вот это вот с той же самой серии. То есть, нету здесь главнее. Вопрос о связи. Это все проявление нас же самих, только немного в другом плане, немного в других мерностей. Спас помогает в жизни как? Помогает. Это его главная задача. Куда вас ведет спас? Надеюсь, куда-то в хорошее место. Пока не дошли. Мы вот уже скоро будет 12 лет, как мы с ним вместе идем. Вот. Изначально привел к тому, чтобы преподавать. Хотя, к примеру, когда мы только познакомились с Михалычем, это вот было как раз перед Купалой, на Купалу, он мне сказал, ты будешь у меня преподавателем. Я говорю, боже упаси, никогда в жизни. Ну, пришлось все-таки. Тренировка с крышками хорошо работает, очень интересное состояние остается после тренировки. Это состояние медитации, это состояние концентрации, это работа с вниманием, прежде всего. Прежде всего работа с вниманием. Слепой тренинг
Петр, любой тренинг это просто однодневный тренинг или есть расширенный курс, кто-то его расширенно проводит со специалистом? Нет, самостоятельной подготовки нету, хотя я знаю, мне с прошлого курса по внутреннему парень описывал, что он сам делал. По-моему, он у нас есть сейчас здесь в чате. Интересные результаты. Дело в том, что он очень обширный, поэтому его можно проводить под любые цели. Его можно проводить под корпоративные цели, конкретно, как психологический тренинг. Его можно проводить как полноценную эзотерическую практику. Поэтому он очень широкий, там очень многофункциональный. И проводят его многие. Я сейчас вот так посмотрел, мне периодически сбрасывают, что вот еще кто-то там новый проводит. Проводят его по-разному. Поэтому, если вы где-то, вам где-то встретится, можете проходить, вам будет интересно попробовать. Потом пройдете у кого-то другого. То есть состояние будет немного разное. К примеру, я проводил летом, мы проводили на природе, в лесу проводили. А потом вот этой зимой мы проводили в закрытом помещении. Вот люди, которые были и там, они ушли совершенно двумя разными состояниями. Одно состояние направлено на вне, на изучение мира внешнего. Второе состояние направлено на изучение самого себя, мира внутреннего. Поэтому он очень обширный. Это не только в плане там, способностей, но и в плане изучения. Как найти Женю, купить карты? Юра, на сайте есть координаты. Сейчас осталось вот в плане администраторов у меня только Женя. Все остальные. Ну, есть еще люди, которые просто на страницах сидят. Какую книгу по спасу рекомендуете? Ну, базу. Кто у нас база? База у нас Анатолий Максимович Скульский, Виктор Михайлович Чальников. Хотя они похожи, эти книжки между собой там процентов на 80 между собой похожи. И Чумаченко. Если вы сможете понять то, как он пишет, то он уникальный человек. По-моему, он умудрился книжкой, человек, который будет вчитываться и понимать то, что он пишет, он может взять и состояние. Как называется видео «Тренировка с крышкой»? Пу-пу-пу-пу-пу. Хороший вопрос. Крышка так и называется. Крышка так и называется. Сейчас поищу. Вот. Ну, в плане книг Чумаченко. А, ну, Календрук. Календрук это чисто как история. Да? Это чисто в плане истории. Чумаченко умудряется давать состояние через книгу. Скульский и Черников. Книги сами по себе похожи, но зато сейчас я найду вам крышку. Книги сами по себе похожи, но они друг друга дополняют. Как называется видеотренировка с крышкой? Вот даю ссылку на крышку и есть на сайте описание. Упражнение Чумаченко вроде как раньше не выходил в эфир, и тут у вас появилась такая причина. Сняли его, засняли его наконец-то. Слава Богу. Слава Богу. Ну, к нему и на обучение, когда я хотел, когда нужно было. И к нему на обучение было очень трудно попасть. В то время, это 2009,
Да еще даже вот 2013-2014 он начал вот так вот преподавать более или менее открыто, и так, чтобы можно было к нему попасть где-то с 2017 года. А до этого обычно было так, что было несколько форумов, посвященных именно характерству. И вот сегодня объявление, что вот завтра где-нибудь там во Львове по такому-то адресу будет обучение. Василий Андреевич. Я бы завтра вот в Киеве. Ну, я на тот момент жил в Николаеве. То есть мне для того, чтобы к нему попасть, пришлось ехать в Кривой Рог. На его роге. Так, очень похоже, Чемаченко очень интересно пишет. Мне понравилось его читать. Единственное, что у Чемаченко книги, которые в сети, они часто бывают с вырезанными главами. А сейчас Чемаченко обучает? Да, обучает. В Киеве обучает, насколько знаю. В Кривом Роге, не знаю. У него там есть постоянная группа, я не знаю, он обучает или нет. В Кривом Роге, в общем-то, даже одну из групп собирал наш парень, наш ученик. Говорю наш, потому что еще времен, когда я с Александром Черенко работал. У Скульского интересная книга, по ней Николай Спас целый учит. А что там учить? Там 100 страниц. Как можно по той книге до сих пор что-то учить? Там 100 страниц в книге. Как можно там еще что-то новое выучить? Понимаете, любая наука, она умирает, если нет развития. Сейчас прочитаю еще вопросы, насчет этого вернусь. Насчет преподавания идеи, давать знания людям онлайн-курсами, это на самом деле крутое преобразование. Спаса, построенная под нынешние реалии. Я очень благодарен, да. Ну вот видите, да, то есть это все о том же. Смотрите. Относительно того, как науке, к примеру, не умереть. Либо как боевому искусству какому-либо не умереть. Как ему развиваться. Если оно должно развиваться так же, как в книжках, либо в фильмах про кунг-фу, когда ученик долго-долго учится у мастера, и он в конце концов этого мастера так даже и на йоту к нему, к его величию не подходит. В таком случае это плохая наука, это плохой мастер. В идеале ученик должен превзойти своего учителя, то есть должен его, Черников когда-то давал свод правил ученика, и вот там одно из правил было, что ученик стоит на плечах своего учителя, делает свой шедевр и уходит. То есть он берет знания, делает, преобразует их, делает свой шедевр, понимает их по-своему и идет дальше, идет. Тогда наука развивается, тогда любое искусство развивается, если каждое новое поколение должно, по идее, превышать предыдущее хотя бы чуть-чуть, хотя бы в чем-то. А если от поколения к поколению ученики все слабее и слабее, то идет деградация. Поэтому я не знаю, что можно изучать по одной и той же книжке столько времени. А у кого Иван Серко обучался? Ну, не знаю, у кого. По тому, что рассказывал Михалыч, Серко був тим, що називали характерником диким. Тобто характерник, який вроджений, который рожденный характерником. Большая редкость. Это вот из тех, кого можно отнести в плане каст к великому мудрому.
пророк в своем отечестве. Как понять, что характерность вообще нужна и полезна? На данный момент? На данный момент не знаю как. Смотрите, что нам из этого нужно и что полезно. Дело в том, что казачества как такового уже нет. Понятное дело, что характерник, который будет бегать и с голым торсом и рубить кому-то головы, он далеко не убежит. В принципе, в военной сфере это применять возможно, но уже это будет не так должно применяться. Время прошло. Поэтому задачи другие. Задачи как раз сохранить людей, чтобы здесь остались те же самые люди на этой территории, чтобы осталась та же самая нация, которая оставалась здесь в течение последних тысяч лет. Сохранить, сберечь, ну и приумножить. В том числе. Поэтому вот в этом задача, а не в каком-то военном деле, в первую очередь. Да, это можно отчасти назвать воинским делом. То есть оберегание от той самой кошары. А где будет проводиться купала, не знаю. В прошлом году я места так и не нашел. Вокруг Киева. Если кто-то подскажет место возле Киева, где можно проводить купалу, с удовольствием съездим, посмотрим и проведем. Так, чтобы было в пределах 30 километров максимум от Киева. 30, 40. Так, чтобы была река, лес. Можно было остановиться либо с палатками, либо сами по себе. Город где-то в районе Киева. Где-то в районе Киева. Оленинских. На Татоху, понимаете, во-первых, там же будет куча народу. Нам не обязательно нужно место силы. Мы его сами сделаем местом силы. Нам важнее, чтобы там было 16 июля, нет, не 16 июля, почему 16? Мы проводим с 6 на 7 июля. С 6 на 7 июля. Почему так? 21 либо 22 обычно июня, обычно солнцестояние. Обычно происходит солнцестояние. Купала празднуется в так называемый перигелий солнца, то есть в момент, когда солнце наиболее близко, либо наиболее далеко от Земли. Вот в такие моменты это самые большие, это вот праздники. Берег Десны можно глянуть. Да, скорее всего, мы смотрели в прошлом году вариант Десны. И смотрели на реке Рось. Смотрели. Рось чуть подальше. Десна поближе, но Рось более дикая. На купалу уж еще есть возможность травы собрать. От Татохи голова крутится сильно. Тогда не поедем от Татохи. Еще у вас голова крутится там. Не помню, где читал, но было упражнение по спасу. Красное пятно называется. Смысл в том, что при смертельной опасности у человека перед глазами появляется красное пятно. Вот это хороший пример того, как искажаются знания, записанные, а не переданные. Нет, не появляется красное пятно. Червонопляма называется. Червонопляма это называется состояние страха, когда человек
чувствует страх. И есть определенная зона вашего внимания, либо зона вашей безопасности. Вот когда к вам слишком близко подходит, вот это вот червоно прямо, это уже нужно атаковать. Это относится к рукопашному спасу. Червоно прямо — это из спаса без кубола. Есть такое. Ну, червоно прямо перед глазами не появляется. Это условное обозначение. Это тоже некое состояние, состояние угрозы. Когда ты чувствуешь себя в опасности. Токс 21.37. Давайте 3 минуты еще будем закругляться. Есть что-то общее между спасом и славянским жречеством? Нет. Причем тут славянское жречество к спасу? Причем тут славянское жречество к спасу? Спас вне религиозен, спас вне национален, спас территориален. Повторяю слова практически всех, у кого сейчас. То есть вне религии, вне национальности, но закреплен за определенной территорией, прежде всего. Спасу Бесклубова еще обучают, ведет туман. Спасу Бесклубова обучают, и у него было много учеников. Есть целая федерация на данный момент, федерация Спас, как его пан Притула, он тоже один из учеников Бесклубова, он создал федерацию Спас, и там, ну, там уклон больше спортивный. И я учился у одного из учеников того самого Бесклубова, ну, это человек интересный, вот. Ну, я не имею права просто говорить его имя, отчество, потому что он мне это запретил. Там очень много, как сказать, эта традиция, она вот старая. Вот там вот остались многие вот такие вот вещи. Определенные рукопожатия, по которым вас узнают. Приветствия свои, песни свои, закрытые. То есть вот это вот осталось... Вот так вот. Оно осталось вот в той вот изначальной традиции. Попасть на обучение тяжело, только через определенных знакомых. Вот. А учеников много. Людей много. Пойду книги Чумаченко искать. Есть теория, что спас — это практики суфизма. Ну, теорий много. Книги Чумаченко. Чего их вот искать? Все есть. Все очень легко найти в онлайн. Как можно использовать кришталевую стену? Кришталевая стена — это... Смотри, кришталевая стена — это тоже условное обозначение. Кришталевая стена — это когда ты смотришь на мир сквозь... Это как... Ну, в НЛП это бы называлось определенный якорь, через который можно входить в нужное состояние. Но в основном это сопутствующее, это как сверчок. То есть в состоянии особого состояния сознания. В особом состоянии сознания это один из признаков. Кришталевая стена, сверчок, глубокое дыхание, давление меняется и так далее. Какие есть примеры оберегания с помощью спаса? Я не понимаю вопрос, что значит, какие есть примеры оберегания с помощью спаса. Да как? Оберегание. Но все же можно к нему попасть на обучение? К кому? К тому, у кого я учился? Ну, после карантина, наверное, можно будет. Или к Чумаченко. К Чумаченко тоже можно. Ищите. За разбор сегодняшней темы, ответы на вопросы. Да, я тоже благодарю.
примеры оберегания, ну, понимаете, я, к примеру, уже, вот вам пример оберегания, я 10 лет принимаю людей, лью на воск, то есть хорт мая оберегаты, поэтому я лью воск, занимаюсь тем, что снимаю то, что в народе называется, простыми словами, залазы порчи, и большая часть людей, которые ко мне обращались, даже понятия не имеют о том, что я где-то к чему-то обучаю. То есть их это особо не интересует. И у них это работает. По-моему, это самый главный, самый хороший пример того, что как спас оберегает. Так что как-то так. Так, ну что, благодарю всех за вопросы. Если спать упражнение, чтобы жить шаватаса. Ой. Да, это из разряда, знаете, забивать гвозди под аппаратом. Это можно. Воск по скайпу. Нет, воск по скайпу нельзя лить. По фото можно. По скайпу. Ну, по скайпу тоже можно. Лучше по фото. По фото, да, я делаю по фото. Если спать упражнение, чтобы жир живота сомнать. Ну, это физика. Ну, ребят, это ж, ну, обычная физика, работа с физикой. Да. Да, все. Благодарю всех за участие. Как там сверху? Мне понравилось насчет того, что ставим лайки. Да, подписываемся на канал. Благодарю всех за участие. До новых встреч. До новых встреч. Все. Благодарю.